Всем привет, на связи Вайс. Сегодня мы поговорим и разберем короткометражку под названием «Последняя кнопка 2». В этом видео я расскажу о возможной теории то, что Оливия и Ботан на самом деле живы. Видео вышло очень интересным. Приятного просмотра. В конце короткометражки нам была продемонстрирована печальная смерть Оливии и Ботана в здании Ютуба. Погибли они при взрыве. В конце короткометражки нам было показано, как с помощью шизофрении Брайана они воплотились в его сознание. И многие люди думают, что это их духи, но это не так. На самом деле это просто воплощение его сознания. А настоящие Ботан и Оливия на самом деле могут быть живы, ведь возможно, что их мог спасти один из персонажей Брайана. С большой вероятностью это мог быть человек в желтой толстовке, ведь как мы знаем, он способен телепортироваться как во времени, так и в пространстве, и возможно, что он как раз спас ребят, и так как Брайан не знал, что они живы, он потерял всю надежду на их существование и решил с помощью своей шизофрении воплотить их. И сейчас ребята находятся в безопасности и им ничего не угрожает, но они пока что не знают, где живет Брайан, и все это время пытаются найти его. На этом моя теория подошла к концу. Пиши свои теории о этом в комментариях. А с вами был Вайс, всем удачи и пока.